сейчас тоже что-то есть. Абрикосы. А это что такое? Так, кстати. Кстати, можно туда зайти, если тебе нужно. Ладно. А что такое? Холды. Какие сливы, о! Так смотри, сколько сливы. Тоже сейчас надо собрать. Прекрасный сливы. Целое дерево сливы. Город Ужгород с птичьего полета. Горная гряда вокруг Ужгорода. Черепичная крыша замечательно смотрится. Совершенно другой дом становится.
освещение другое. Красное. Танк, предназначенный для наступательных действий на территории Германии. Эти гусеницы сбрасываются при въезде на шоссейные дороги, и танк идет уже на этих резиновых колесах.
отличается нашей жизнью другого раз. Наши собор 17-го века. Улицы моего детства. Детский садик номер 15. Улица Карлова. 10-я школа Мадярская. На этом камне я в детстве играл, садился как на машину. Здесь жил карликовый пинчер, отец стрелки и белки.
Старой улице. Здесь много кустов росло.
эту картину, по вторую она как-то менее. Осень город или что? Осень замечательная. Это наш парк, этот Комсомольский, который раньше назывался Комсомольский, а сейчас он, по-моему, Воздушский называют. Ну, там, где мы с тобой гуляли, да, я помню. Комсомольский, вот там вот на вашей стороне, который. А особенно впечатляет, представьте себе, вот. Да. Там есть некоторые церкви, где под другим углом сидят, такие работы, ну, да. Одно не важно, кто такое дело. Нет, хотя бы одно, да. Понимаете, это живопись, я считаю, это авангардистское по-своему, и решение его. Да, вообще. Но это не авангард, это преемственность. Но... Причем преемственность здесь же манера и, с одной стороны, реалистическая, с другой стороны, здесь чувствуется влияние французов явное, как говорится, вот в каких-то моментах таких вот. Якобы размытости, а его этой размытости нет. Вот. И очень свое отношение. Так что здесь вот как бы я вижу три линии. Это значит, здесь уже чувствуется какой диапазон. А еще батик, вот это методом... Тоже мокрая акварель, но кроме этого, там еще вот такие пересечения идут. Как будто бы бумагу помяли. Ну, условно говоря, вот бумагу помяли. У вас перерисовали. Нет, бумагу помяли, потом ее разогнули. Она как бы... И краска в эти вот... Более насыщенно, там более насыщенно. Объем. Да. Объем. Нужно видеть, это объясняется. Нет, так, я поняла. Это нужно видеть. Да, это та же мокрая акварель, только, так скажем, на мятой бумаге, да? Вот так вот сделано, на мятой бумаге, и поэтому... Не так вкусно объяснила, но нужно понять. Это нужно видеть. Я просто хочу подчеркнуть его диапазон, что он как художник, он очень имеет широкий диапазон в этих... Нас просто площадя не позволяет, вот, так сказать, нравится все, что он пишет, понимаете, лучше, позже, но все равно все работы хорошие. Село Баранинцы. Церковь, которую расписывал Кобелев Федор Федорович. Работа Кобелева Федора Федоровича. Да, не на базаре, не на деньги. А, да.
Театром Розы, был первый Вселенский собор в Никитове, в Греции. Де був установлений символ віри. Що такое символ віри? З вірою в єдиного Бога, а Отця Спасителя і в єдину святу і Собору Господню. І то віра така християнська пішла по першому Вселенському соборі, аж до 1054. Куда я иду? Уже рядом. Не надо мне. Был таки у Риме Григориан, який задумал себе, что первый календарь, по якому мы празднуємо, и православный греко-католический, задумал себе, что он неправильный, потому что он был созданий по місяцю, сонцю и звездам. И он создал новый календарь, який відрізняє католицька віра від нашої греко-католицької православної на 14 днів. Таким образом, стався розкол между вірами, крім християнською вірою. Римські, західні держави, які відносилися до Рима, вони прийняли новий календар. А славянські народи, віра, яка йшла з Греції, казали так, що ми не приймаємо новий календар, тому що ми не відступаємо від першого Вселенського собору. І таким образом наша християнська віра признає перший календар, тому правильно не цього. И много. Конечно. Апостолов всех 13 там, или 15. Но кто-то все равно их рисовал. Конечно. Ну, так, только не, уже неизвестно кто. Там много. Тоже они идут с поколения в поколение. Да, это с поколения в поколение. Да. Отсюда вид красивый. Это подновление красок было, да? Да. А его не подновляли? Нет, это... Девятая школа, где я проучился 3 года.